здравствуйте! С вами программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Надежда Мещерякова. В ближайшее время я и мои коллеги расскажем вам о самых интересных новостях из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Смотри сегодня в выпуске. Хоккей. Обзор первых матчей сборной России на чемпионате мира. Гость в студии – Никита Лихачев. Обсуждаем достижения казанских юлбарсов на всероссийском суперфинале чемпионата АССК России. Прежде чем мы поговорим о суперфинале АССК, отправимся с вами в Ригу, где стартовал очередной чемпионат мира по хоккею с шайбой. На данный момент сборная России успела отыграть уже 3 матча. И более подробно обо всем этом расскажет Амир Сабиров. 21 мая начался традиционный чемпионат мира по хоккею. В этом году честь принимать этот турнир выпала Риге. Наша сборная стартовала в первый же день матчем с чехами. Игра получилась нелегкой, но победной. В двух периодах команды дважды обменивались голами. Началось все с шайбы Антона Бурдасова, который бросил точно в ближний угол ворот Шимона Грубица. В ассистентах Михаил Григоренко и Иван Морозов. 1-0 Россия повела. На отыгрыш чехам понадобилось всего 5 минут. Номинальные гости выбежали в контратаку 2-1. Якуб Фех бросил, и шайба предательским образом залетела в ворота Александра Самонова, несмотря на усилия защитников сборной России. 1-1. Во втором периоде россияне опять вышли вперед. Швец Роговой в меньшинстве выбежал 1-1 с вратарем и забросил вторую. Но уже через неполных 3 минуты чехи сравняли. Якуб Врана в аналогичной ситуации вышел 1-1 с Самоновым и не оставил ему шансов. 2-2. В третьем периоде после голов Александра Барабанова на 6-й минуте и Доминика Кубалика на 18-й игра должна была перейти в овертайм. Но Михаил Григоренко за 19 секунд до конца периода поставил точку точным броском с левого фланга. 4-3 в первом матче чемпионата мира. Уже на следующий день россияне встретились со сборной Великобритании. Как и ожидалось, явные фавориты не оставили шансов аутсайдерам. Уже в первом отрезке они забили 4 гола. По шайбе забросили Михаил Григоренко и Сергей Толчинский, а дублем отметился Антон Бурдасов. Великобритания все-таки смогла забить одну шайбу в конце периода. Хорошую комбинацию организовали Роберт Даут и Лиэм Кирк. 4-1. Второй отрезок не был столь результативным, как первый. Он ограничился только одной шайбой Павла Карнаухова. Нападающий ЦСКА обыграл защитников с вратарем и забросил пятую. 5-1. Заключительный отрезок подарил нам голы Андрея Кузьменко на 10-й минуте и Антона Слепышева на 14-й. Итог – ожидаемый разгром 7-1. И это вторая победа России на чемпионате мира. Через день, 24 мая, соперник у россиян посерьезней. Сборная Словакии подарила нам неожиданный сюрприз в третьей игре турнира. Команды начали забивать во втором периоде. Милош Роман и Милош Келеман поймали россиян на ошибке. И последний забросил первый гол. 1-0. Через минуту нападающий Сан-Хосе Александр Барабанов реализовал большинство сильным щелчком со средней дистанции. Ассистентом стал Сергей Толчинский. 1-1. В третьем периоде забивала только Словакия. На 14-й минуте Мартин Гернат щелчком прошил ворота Самонова. 2-1. А ровно за минуту до конца периода Марок Диалга отправил шайбу уже в пустые. 3-1. Это первое поражение россиян на турнире. Следующий матч 26 мая против сборной Дании. На данный момент в групповом этапе расклад следующий. В группе А лидирует сборная Словакии, которая пока не потерпела ни одного поражения. Россия на втором с 6 очками. Следом идут Швейцария и Беларусь. Пока не могут найти свою игру чехи со шведами. Они занимают 6-е и 7-е место соответственно. С таблицей группы Б вы также можете ознакомиться на экране. Здесь, пожалуй, самые неожиданные результаты. Лидирует Германия с 9 очками. А четверку плей-офф замыкают Латвия, Казахстан и Финляндия. Сборная Соединенных Штатов на 5-м. Ну а главная сенсация всего чемпионата мира – Канада, которая проиграла все 3 первых матча. Амир Сабиров, «Неделя спорта». Ну что, друзья, мы плавно переходим с вами к АССК. Сегодня на студии Никита Лихачев, председатель студенческого спортивного клуба «Казанские юлбарсы» Казанского федерального университета. Никит, привет. Скажи, пожалуйста, как тебе в целом фестиваль? Привет, ну, во-первых, очень рад снова оказаться в этой студии. А что говорить про фестиваль? Он был, как всегда, невероятным. Несмотря на то, что третий раз прошел в Казани, мы, конечно, очень надеялись, что будет в другом городе, куда-нибудь наконец съездим, но, тем не менее, у нас по всем видам спорта участвовали команды, во многих видах спорта мы даже прыгнули выше своей головы и, как всегда, забрали очень много призовых наград и кубков, поэтому все было действительно здорово. Результаты этого года удовлетворительны? Конечно, потому что мы почти в каждом виде спорта, где участвовали, заняли призовые места. Конечно, где-то выступили слабее своих возможностей, где-то даже лучше. Тем не менее, в любом случае, у нас очень много личных побед, у нас очень много командных и побед призовых мест, поэтому можно сказать, что
я думаю, весь университет, мы, руководство, другие ребята, болельщики, все могут быть очень довольны результатами наших команд и наших ребят. Скажи, пожалуйста, а какой результат тебя больше всего удивил? Больше всего, на самом деле, меня удивил результат женской баскетбольной команды. Удивил не потому, что там, может быть, команда считалась не самой сильной, да, наоборот, мы все ждали, в том числе и победу в этом турнире. Удивило то, что в 1-4 команду вначале хотели снять с турнира, но не совсем снять, вернее, наши девочки выиграли в 1-4 у Белгорода, потом Белгород подал протест на этот результат, команды переиграли 1 минуту, мы подали протест на этот протест, в итоге полностью переиграли всю встречу, девочки одержали волевую победу, дальше выиграли в полуфинале, и в финале, к сожалению, уступили, тем не менее, 2-е место, с учетом того, что мы думали, что все закончится на стадии 1-4, это действительно был самый шокирующий с точки зрения положительных эмоций результат, и несмотря на то, что даже девочки сами говорили, что могли взять золотые медали, тем не менее, наконец-то у нас в баскетболе снова медали. В прошлом году их не было, в этом есть. Поздравляю наших баскетболисток и очень действительно рад за этот результат. Все, кто там был, все болельщики, мы действительно срывали даже голос и очень искренне болели за наших девчат. Ну что ж, раз уж мы заговорили о баскетболе, давай посмотрим сюжет, который подготовили как раз наши корреспонденты. 21 мая на территории деревни Универсиады двум женским командам предстояло встретиться в финальной схватке, чтобы определить сильнейшего в чемпионате по баскетболу 3x3 Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Встреча проходила между Нижнегородским государственным и Казанским федеральным университетом. Обе команды успешно завершали игры в течение всего турнира. Но одной из команд все-таки предстояло узнать вкус поражения. Итак, секундомер финального матча запущен, и право совершать первую атаку предоставляется КФУ. Если КФУ в нападении склонны к быстрым передачам и входам всех игроков, то ННГУ и носитель игры. Девушки из Нижнего Новгорода отдают предпочтение задействовать своего центрового, который совершает размеренные атаки. Счет открывает КФУ, но сразу после ННГУ отправляет мяч в корзину, не давая соперницам завладеть игрой. Игроки Лобачевского смело играют в обороне, вынуждая своих соперниц терять мяч. Девушки из Казани проигрывают подбор из-за своего не особо большого роста. При бросках КФУ защитники уверенно прикрывают атаки. КФУ в попытках сдержать нападение совершает достаточно много нарушений. Определенно, ННГУ удается взять контроль над игрой. Счет 3-1. ННГУ в защите очень плотно держит игрока. КФУ никак не удается пройти близко к кольцу, поэтому совершает много атак с не очень удобных положений. После многочисленных серий неудач девушкам из Казани удается отправить мяч в кольцо. 3-2. Девушки из КФУ пытаются не поддаваться эмоциям. Сократив отставание на 1 очко, казанская команда начала более собранно вести игру. Но ННГУ не собирались отдавать игру и делают разницу в 3 мяча. Дарья Ашгибисова и снайперу команды КФУ никак не удаются броски издалека, а они как никогда нужны команде. Ведь разница в счете только растет. ННГУ на последней минуте матча встречали нападение соперниц даблом. Быстрая атака, мяч в кольце, и ННГУ ставит точку в этом матче. 6-2. Нижнегородский государственный университет становится чемпионами. Диана Урядова, «Неделя спорта». Скажи, как вот ты считаешь, на твой взгляд, что не хватило сборной КФУ в женском финале? Ну, я думаю, банально не хватило уже сил, потому что очень много было игр, почти все игры были на какой-то невыносимой жаре. И на самом деле наши девочки играли втроем без имен. Это очень сильно сказалось. Причем они играли без имен почти весь турнир. А, например, соперник, который играл с нами в финале, был физически банально крупнее, потому что наши девочки, они хоть и очень классно играют в баскетбол, они все такой худенькой комплекции, так скажем. Поэтому им было тяжело бороться, так скажем, другой весовой категории. Ну и, во-вторых, у той команды были замены, у нас не было. А так, в целом, наверное, эмоциональное состояние, потому что все силы, как мне показалось, со стороны именно эмоциональные, именно положительные какие-то силы были как раз отданы в четвертьфинале, вот в том самом, где дважды была переигровка, и в полуфинале. А на финал, на самом деле, хоть мы болели, хоть мы верили, да, там, в принципе, почти с самого начала игры было понятно, что, скорее всего, уступим, тем не менее, опять же, отмечу всех трех девочек, Фаилю Галимову, Дашу Ашгибисову и Диану Галину, которая стала лучшим снайпером турнира. Они действительно боролись, они действительно заслужили свои серебряные медали, и для нас они все равно победительницы. Теперь перейдем к приятному. В этот раз удалось завоевать золото в шахматах. Давай, прежде чем мы с тобой это обсудим, посмотрим наш сюжет.
21 мая в стенах Академии спорта прошел суперфинал по шахматам в формате игр ССК. По обе стороны черно-белого поля встретились участники спортивных клубов со всей страны. Бауманские панды, Москва, хищные бобры, Воронеж, балтийские орланы, Петербург и казанские юлбарсы. Баталии разворачивались на четырех досках одновременно. Итоговая битва состоялась между командами казанских юлбарсов и бауманских панд. Игроки прекрасно понимали, что стоит на кону, а потому противостояние начинались со стремительных атак, переходящих в затяжные схватки. Ряды фигур быстро редели, и пускай до китайской ничьи дело не доходило, но ситуации, когда на пустом поле остались лишь 2-3 фигуры победителя, были обычным делом. Победы добывались в союзе стратегии и тактики. Путь к долгожданному мату и рукопожатию пролегал через десятки комбинаций, сменяющих друг друга. За одну партию игроки успевали сменить направление движения по несколько раз. Атака, удар о неприступной стены защиты каракан, поспешное бегство, разворот и очередная атака, на этот раз до победного. Противники не уходили в глухую оборону. Происходящее на шахматной доске события имели постоянную динамику. И зрелищные размены фигур, и шахи, и всевозможные вилки. На всех досках, не сговариваясь, был объявлен сезон охоты на ферзей. Оппоненты ставили именно эту фигуру приоритетной целью и любой ценой, любой жертвой старались лишить соперника его королевы. Самые значительные фигуры на доске. По итогам соревнования балтийские орланы увозят в Петербург почетное 3-е место. Бауманские панды возвращаются в столицу со 2-м местом. Абсолютными победителями становятся ребята из казанских юлбарсов, одержавшие в финале победы на 3 досках из 4. Егор Белоусов, «Неделя спорта». Финал по шахматам. Твой комментарий. Ну, мы уже держим планку, так скажем, да, 2-й год подряд в топе по шахматам. И здесь я хочу отметить, наверное, больше индивидуальное качество наших ребят. 2-й год подряд Настя Ахтырская выигрывает всех среди девочек. И вот среди, наверное, самого запоминающегося хочется отметить игру Рома Новикова, нашего первокурсника, шахматиста с юридического факультета. Он показывает высокий уровень, и вот мне кажется, что это тот игрок, который через несколько лет, если он продолжит также интересоваться и заниматься шахматами, выстрелит не только на Всероссийском студенческом фестивале, да, а мы будем слышать, наверное, его фамилию где-то в одном ряду с Яном Непомнящим, да, может быть, с Алексеем Корякиным и так далее, потому что просто посмотреть, как он играет, какие действия совершает, да, на шахматной доске, если так можно выразиться, это действительно очень интересно за его партиями наблюдать. Поэтому отмечу очень классную игру наших шахматистов. Они, как всегда, показали высокий уровень, и надеюсь, что это нашей традицией станет каждый год выигрывать шахматы. Ну и какие же дальнейшие планы у спортивного клуба? Ну, конечно, побеждать – это самый главный, да, наш стимул, самая главная цель, но мы больше хотим не только глобально развиваться, а локально, потому что мы уже который год подряд показываем, что мы действительно та среда университета, которая полностью оправдывает там вложения в нее, которая полностью оправдывает все старания. Мы хотим, чтобы больше людей из университета обращало внимание. Мы хотим выходить за границы спорта, да. Мы видим, как люди собирают на КВН или на студвёснах полный уникс, и мы считаем, что наши спортсмены, наши футболисты, баскетболисты, волейболисты заслуживают того же самого, заслуживают того же внимания, такого же пристального взгляда, и мы будем стараться конкурировать в первую очередь с творчеством нашего университета, но с положительной точки зрения, да, мы будем стараться привлекать все больше сторонних зрителей, мы будем все-таки стараться делать так, чтобы каждый преподаватель, каждый сотрудник, каждый студент университета знал наших спортсменов в лицо, чтобы все наши ребята могли с гордостью носить нашу какую-то атрибутику, наш мерч, и самое главное, чтобы в наших спортивных всех делах, мероприятиях, конкурсах присутствовал антураж. Это очень важно, и другие ребята почувствовали ту самую атмосферу, которую вот мы на том фестивале, болея за наших футболистов, баскетболистов, волейболистов, шахматистов, да, и ребят в других видах спорта, болели. Это было невероятно, и я считаю, что каждый студент и сотрудник нашего университета заслуживает и должен почувствовать вот это же самое, что и мы. Большое спасибо, Никит, за эту беседу. Очень было интересно слушать твой комментарий. Ну, а я напоминаю, что в студии у нас был Никита Лихачев, председатель студенческого спортивного клуба «Казанские юлбарсы» Казанского федерального университета. Ну что, друзья, на этом все. С вами была программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Надежда Мещерякова. До новых встреч!